расплатиться с налоговой биткоинами. Аризона станет первым штатом США, где можно будет налоги оплатить криптовалютой или другими цифровыми деньгами. Соответствующий закон был принят в минувшие выходные Сенатом штата. Изменения направлены на то, чтобы показать всему миру открытость штата для развития новых технологий, таких как блокчейн и криптовалюта, сказал представитель республиканской партии Джефф Венингер. Дальнейшее рассмотрение документа за Палатой представителей Аризоны.